134 лихача, лишенных водительских прав, снова сели за руль. Столько нарушителей выявили в результате трехнедельных отработок. Эти данные привели в Комитете правовой статистики и специализированного учета Генпрокуратуры. Как выяснилось, самые смелые водители живут в центральном Казахстане. К примеру, в Павлодаре 22 водителя без прав сели за руль, а в Акмолинской области 20, на севере и юге меньше. Самое страшное, что у некоторых лишили удостоверений за пьяную езду. Теперь каждому из них придется заплатить еще один штраф, сумма которого превысит предыдущий. В целом госказну пополнят свыше 2 миллионов тенге. А двое жителей Южного Казахстана и Алматы могут вообще оказаться за решеткой, их обвиняют в подделке прав.